Воздайте слава Богу. Я хотела рассказать, меня зовут Аня, я из Тюмени. Хотела засвидетельствовать то, что в моей жизни сделали проповеди Андрея. Однажды я ехала на работу в маршрутке, слушала проповеди, к сожалению, уже не помню название. Вот. И вообще я в течение, примерно полгода назад, в течение 8 месяцев, каждые 2 часа капала капли в нос, которые вообще, нос у меня был заложен постоянно. Я думала, что все, уже будут там разрезать и так далее, что-то со мной будут делать. Вот. И в одной из проповедей ты сказал, что это у тебя за Бог, если он даже насморка вылечить не может. Меня это зацепило. Я сказала, или я задохнусь, или вообще больше капли я капать не буду, или, Господь, ты меня вылечишь, или я задохнусь сегодня. С той минуты я больше вообще никогда не капаю капли, мой насморк вылечен. Слава Господу, спасибо. Благословение тебе. Пожалуйста.